Всем-всем-всем! Добрый день! Сегодня пятница, а это значит, что мы уходим на заслуженные выходные. Давно я для вас ничего не записывала. По-моему, наверное, с неделю вообще ничего не выставляла. Не хочу, девчонки. Опять ленюсь. Вчера мне тоже сотрудница по работе говорит, мою коридор. Она мне говорит, Юльчик, привет. Я говорю, привет. Она мне говорит, ты что это ничего на YouTube не снимаешь? Я говорю, мне неохота. Она говорит, давай быстро. Ну, я так образно скажу. Пошла, ну, типа, снимать. Потому что говорит, в общем, снимай. Не буду говорить, что она сказала. В общем, она говорит, снимай. Я говорю, ладно, а то я что-то, лень матушка опять во мне развилась. Девочки, я уже все в осеннем. У нас прохладно, хотя солнышко вот с периодичностью выглядывает, но все равно прохладно. Ну, уже все равно такого типа, что 5 градусов вот сегодня. Сейчас вот стояла на остановке, прохладненько, ручки тоже мерзнут, шапочки уже все. Здоровье, девочки, бережем. Погода обманчивая, махом. Я свадьбу отгуляли хорошо. Гуляли 23 числа свадьбу. Детки, я рот путаю, не могу с мыслями собраться. Я себя в четверг вообще почувствовала так плохо. Подумала, что вообще, девочки, мальчики, слягу. Никакой свадьбы. Ну нет, как-то знаете, сразу же мне сотрудница по работе сказала, какие попить противовирусные таблеточки. Лена, здравствуй! У дочки одноклассница. Вот она мне сказала, какие таблеточки попить. Сразу же, говорит, нужно захватить. Вот. Ну, в общем, лечилась. Конечно, 23-го это была пятница. Ну, немножко так чувствовала такую слабость. Ну, ничего, взбодрилась. Ничего. Поплясали. В общем, все, что надо. Обряды все произвели. Дочь замуж выдали. Зять, конечно, молодец. Хороший мальчик. Вот. Попили немножко. А я что-то 3 баночки, нулевочки выпила. Все больше. Девчонки, мальчишки, не хочу. Ну не лезет. Ну куда я буду толкать? Не хочу. Вот. Сегодня я пешочком. Утром я уехала на такси. Вчера вызвала такси вечером. Говорю, девочки, машинку можно на такой-то адрес? Она, да, куда поедете? Я говорю, к женской консультации. Она говорит, а вы с женщиной поедете? Я говорю, конечно, поеду. Все, сегодня вызвала на 5. С хвостиком, короче. Вот, это мне звонят. Ну все, я отключилась, вышла. Смотрю, это машинка такая маленькая, игрушечная, бордовая стоит. Думаю, ну что, кто как умеет, девочки, то так и зарабатывает. Ну, видимо, халтурит немножечко, подрабатывать девчонка. Все, я села, говорю, здравствуйте, она, здравствуйте. Куда поедете? Я говорю, женская консультация. Все, поехала. Говорю, что должна? Она говорит, 116 рублей. Я перевела 120 в блок, вот эту 116 переводить. Округлила, 120 перевела, и все. Так что вот, обратно тоже иду. Поехала на маршрутке, там села у поликлиники на маршрутку. Все, доехала у нас до башни. А тут уже до нас я, конечно, чешу пешочком. Так, еще что я вам не сказала. Ну, муж, конечно, на свадьбе замечательно попил. Вообще замечательно. Я тоже так светленького. Ну, уехал хорошо. А вызвали такси, домой уехали. Утром свадья звонит, говорит, приезжайте. Салаты есть. Ой, блядь. Еле доели. Блин, уже как бы это... Ой, да домой она отправила тоже очень так много. В общем, все потом посуду увезли, да свою забрали, да еще там посуда есть, так что надо будет ехать забирать. Сейчас домой приеду, маленечко передохну, минут хоть 30. И все, девчонки, мальчишки, в путь дорогу. Сегодня мы нашей маленькой семьей едем в Екатеринбург к дочке в гости. Все, надо, потому что... Когда потом опять свидимся, непонятно. У нас как раз выпали выходные с мужем. То есть он сегодня выходной, в субботу и воскресенье.
Говорю, давай поедем, говорю, к дочке в Екатеринбург съездим. Он говорит, я только за. Вот, так это, вот сейчас поедем. Заправимся и поедем. Да я тут делов наделала. Короче, я что-то с сигналкой наделала. Что, машинка старая, 5-го года. В общем, ну, во-первых, я уронила этот брелок. У меня, короче, сначала одна кнопка выпала. Потом второй раз уронила, у меня пополам брелок сломался. Там что-то как-то плата выпала, вот там приделала. Потом еще раз роняла, вторая кнопка выпала. Вон тут, мы тут поехали, я говорю, это, где ключи? Я говорю, да там ключи в ключнице. Он это, говорит, ты кого, говорит, тут сигналкой ты надела? Я говорю, это вообще не я. Он говорит, а кто? Я говорю, я откуда знаю? Не знаю, говорю, в ящичек вешала, было все нормально. Вот поехали девочки, мальчики, худо-бедно, купили сигналку. Ну так, в пределах разумного. Короче, около 6 сигналка. Ну, такая, более-менее еще. Есть и за 20. Вот так вот муж сам меняет там вот эту вот проводку, все там, в общем, делает. Звонил мне 12:30, говорит, что вроде как к завершению. Я говорю, ну ладно. Я говорю, приедем, отдохну, да поедем. Так что вот, вот такие новости. Все так, особо новостей нету. Солнышко так хорошо. А говорю, оно то выглядывает, то прячется. 5 градусов всего. Но все-таки, хоть маломальско солнышко, и то радует. Так что вот, в Екатеринбург-то поеду. Надо дочке зимний плащ купить, сапоги купить, снуп купить, шапку купить. Посмотрим, может, что-то буду снимать. Себе можешь какой-нибудь плащик прикупить. Не знаю, посмотрим по деньгам. Так что вот, мои дорогие, на этом буду заканчивать свою болтовню. Меня не теряйте. Видео сейчас буду вылаживать пореже, но буду вылаживать. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.